Привет! А у меня тут горячую водицу отключили. Опять в кастрюле греть придется. Нормально не помыться. Одна проблема будто. Горячую водицу отключили. Опять в кастрюльке греть придется. И нормально не помыться. Водицу отключили на целую неделю. Что мне делать? Просто смириться. По жизни у меня одна проблема будто. Помыть голову вечером или утром. Я выбрала второй вариант, но в этот раз подвел меня мой талант. Захожу в ванную, открываю душик. Холодная вода плещет в мои уши. За что мне это? Ну и лето. Мой любимый зритель, что мне делать? Советуй. Горячую водицу отключили, опять в кастрюльке греть придется, и нормально не помыться. Водицу отключили на целую неделю, что мне делать? Просто смириться. Неподходящий момент. Эх, случился этот инцидент. Жесть какая-то. В неподходящий момент случился этот инцидент. Зато теперь есть контент, снимаю вам видосик. Не хочу говорить долго на камеру, ныть проблему я хочу решить. Надеюсь, воду включат. Захожу в ванную, открываю душик. Холодная вода плещет в мои уши. За что мне это? Ну и лето. Мой любимый зритель, что мне делать? Посоветуй. Горячую водицу отключили, опять в кастрюльке греть придется, и нормально не помыться. Водицу отключили на целую неделю, что мне делать? Просто смириться. Горячую водицу отключили, опять в кастрюльке греть придется, и нормально не помыться. Водица, водица, горячая водица, водица. Надеюсь, воду включат.